Для снятия показаний всем потребителям выдается специальный дистанционный пульт. Работает пульт следующим образом. Происходит нажатием на кнопку его включения. Счетчик, пульт соединяется с прибором учета. После того, когда на антенне появился сигнал, пульт синхронизировался с прибором учета. Нажатием на кнопку мы видим номер прибора учета, время, когда мы произвели синхронизацию, 12.05, дата 11 февраля 2020 года. Соответственно, показания общие, 256 кВт сейчас на приборе учета. Ночной тариф Т2, 135 кВт. Данная индикация проходит циклично. Общие показания 256. Дневные Т1, 121 кВт. Ночные Т2, 135 кВт. Соответственно, по циклу прибор учета номер, время и дата.